Всем привет, с вами я, Майя Майская, и сегодня поговорим вот на какую тему – интернет-знакомство. С тех пор, как у меня появился блог, количество сообщений в моем фейсбуке увеличилось, наверное, процентов на 40. И это вроде бы и плюс, мне приятно, что вы проявляете ко мне интерес, но это заставило меня сделать это видео. Итак, друзья, знакомство в интернете – штука специфическая, но абсолютно обыденная для нашей реальности. Это, по-моему, самый распространенный способ знакомиться сегодня. Итак, есть несколько категорий парней, которые пытаются знакомиться через интернет. Первое. Самое идиотское. Итак, первое сообщение. Привет. Я не отвечаю. Привет. Привет. Привет, 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 привет. 2 недели это длится, человек пишет не тупо привет. А теперь давайте разберемся. Может, действительно вам понравился человек, и вы хотите с ним познакомиться. Но с чего вы взяли, что он ответит на ваш привет? Что это привет? А потом вы спросите, как дела? А человек скажет, нормально, кто ты такой? И будет по определению дурацкая беседа. Что сделать, чтобы эта беседа не была дурацкой, а была интересной? Итак, вы нашли чей-то профиль и хотите познакомиться. Неважно, чем-то же вас человек привлек, старайтесь сказать, чем вас человек привлек. Например, привет, ты мне понравилась, я смотрю твои видео. Окей, я понимаю, что человек нашел меня через блог, и у него есть какой-то интерес в этой сфере. Старайтесь как-то найти причину. Допустим, я нашел твой профиль, я вижу, что ты увлекаешься плаванием. Там, мне тоже безумно оно нравится, и ты мне понравилась, давай пообщаемся. Старайтесь завести интересную беседу, и ваше знакомство уже будет выглядеть по-другому. А писать неделями «Привет, привет, 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 привет» — это глупо, я не понимаю, зачем вы это делаете. Следующая категория людей, например, они знакомятся вот так. «Привет, я смотрел твои фотки, ты мне нравишься, я хочу заниматься с тобой сексом». Что? Ну, как бы... круто. А я бы грибы с тобой пособирала, ну, может, в шахматы сыграла. Ну, знаешь, нет настроения ни на грибы, ни на шахматы, ни на секс с тобой. И когда я так отвечаю, если честно, большинство парней это еще больше задорит. Потому я принимаю решение им вообще не отвечать, когда они хотят познакомиться со мной с такой целью. У меня есть на это право. Понимаете? Я не знаю, насколько уверенный в себе человек, который посмотрел мои фоточки и что-то решил, что я тоже с ним хочу заниматься сексом. Не знаю, напишите мне в комментах, у кого-то это срабатывает. Хотя, наверное, есть люди, которые именно ищут вот такие встречи, периодически они пересекаются, потому что знакомства складываются. Это как-то странно. Следующий вид знакомства в моем профиле это «Привет, я смотрю твой влог, я тоже инвалид, давай дружить». Зачем вы это делаете? Вы считаете, что меня прет дружить со всеми инвалидами? Нет, я дружу с человеком, с личностью, которая меня чем-то привлекает, с которой у меня есть что-то общее. Меня человек должен завлечь, и мне все равно, есть у него инвалидность или нету. Если ты мне говоришь «Привет, я инвалид», я думаю, ага, ну понятно, что с тебя еще взять? Кроме инвалидности в нем нет ничего. Это грустно, друзья, не делайте так. Следующий момент. Например, «Привет, я инвалид, у меня нету девушки, я хочу с тобой общаться, я хочу дружить». Это все понятно. Но зачем вы позиционируете себя так? Вы для нового человека, для меня конкретно, создаете впечатление, что вы нафиг никому не нужная калека, которая никому не интересна, и вам жутко нужно общение. И знаете, я могу отнестись с пониманием и как-то там попытаться человека расшевелить. Но люди обычные этого делать не будут. Они сделают вывод, что вы лузер, и как бы никакого интереса с вами продолжать общение, кроме жалости, у человека нету. Как от этого избавиться? Находите что-то интересное в человеке и продемонстрируйте ему этот интерес. Ты мне нравишься, ты мне интересен, мне интересно то, что ты делаешь, мне интересно твое увлечение. Ну вот, находите вот эту ниточку, и знакомство обязательно сложится. Но прошу вас, не надо при знакомстве приносить людям вот так вот чемодан своих комплексов. Они никому не нужны, ни мне, ни кому-либо другому. Я верю, что если вы измените свое отношение к себе и к жизни, конечно же, ваша жизнь изменится. Следующая категория, которая пытается познакомиться, это люди, которые
уверены, что я крайне несчастна. Это так смешно, люди. Вы мне пишете: я верю, что ты найдешь свою любовь. Вот ты мне, например, очень нравишься. Я бы даже женился на такой девушке, как ты. Ты прекрасна, ты замечательна. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, он так долго перечисляет, какая я замечательная, что я даже успеваю заскучать и забыть прочитать сообщение. И понимаете, сквозь это все сочится жалость. То есть я верю, что жизнь у тебя сложится. Алло, народ, я не привыкла афишировать свою личную жизнь. Но на самом деле у меня есть любимый мужчина, и я весьма довольна жизнью. Но почему-то люди думают, что если у меня есть инвалидность, то я по определению должна быть несчастна. В общем, как бы там ни было, знакомитесь вы в интернете или просто на улице, давайте ломать стереотипы, давайте находить какой-то креативный подход, и я верю, что ваше знакомство непременно сложится, и у вас все получится, и вы... У вас есть потенциал и какие-то ресурсы, какие-то знания, навыки, какие-то черты, которые понравятся другим людям, вам просто нужно их раскрыть. Но об этом поговорим в следующих моих видео. Спасибо за просмотр. С вами была я, Майя Майская. До новых встреч!